Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Жилье в Кировской области за квартал подорожало на 11,5%. Это увеличение в первом квартале на квартиры в новостройках по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. На вторичном рынке рост за этот период 6%, сообщает Кировстат. Самое большое повышение цен в Приволжском округе в Саратовской области более чем на 21%, что на первичном, что на вторичном рынке. Меньше всего изменились цены на первичном рынке в Удмуртии на 3,2%, на вторичном рынке в Оренбургской области на 1,4%. Средняя цена квадрата в новостройках в нашем регионе, по данным Кировстата, чуть выше 72 тысяч рублей, на вторичном рынке около 62 тысяч. Программа «Экономика». Имущество Зуевской птицефабрики выкупил новый инвестор. Торги проводились почти год. За это время цена упала с 287 миллионов до 77. По данным портала БН Киров, по такой цене имущественный комплекс, обанкроченный 8 лет назад птицефабрики, приобрело хозяйственное партнерство «Алекс Парк», зарегистрированное во Владивостоке. Ему переданы здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой медицинской промышленности, здания, сооружения сельхозпредприятий, предприятий лесного хозяйства, автомобили, техника, животные, земля, товарный знак «Зуевская любимая». Экономика на 101 FM. 400 кировчан решили переучиться, чтобы избежать безработицы. В мае начинаются образовательные программы для тех, кто хочет обучиться новым навыкам. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Заявки подали более 400 кировчан. Что касается ситуации на рынке труда, то служба занятости сообщила, что помогла работу найти за 4 месяца 4000 граждан. Это половина обратившихся за помощью. Вакансии же работодатели направили в 4 раза больше, чем было трудоустроено людей, порядка 17 тысяч. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.